Всем привет, дорогие друзья! У нас красота, у нас весна, апрель месяц. И я попробую сегодня найти сморчки, либо сморчковую шапочку, так называемую. Давайте прогуляемся. Тут первый сегодня грибок. Вот такая сморчковая шапочка. Я вот его там в предыдущих роликах и называл сморчком. Мне поправили, сказать, что это сморчковая шапочка. Так сказать, я в этих грибах еще пока не очень сильно силен. Вот так вот на солнце его. Шиповник какой-то тут, да, колючки. Вон он стоит, видите. Осталось только его как-то попытаться забрать. Покалечиться самому. Вот он. Давай посмотримся. Вот она, сморчковая шапочка. Уважаемые друзья. Стоит товарищ. Красавец, конечно. Так, посмотрим. И вот уже не первый попадается вот в зарослях мелкого шиповника. Может, это и открытие, так сказать. Так, ну тут прям несколько штук я нашел. Три штучки. Вот. Раз, малыш. Два. Здесь я прям несколько штучек нашел, уже, наверное, таких не совсем молодых. Посрываю. Видимо, не стоят. Уже шапочки у них, сморчки, так сказать, на шапочках замерзли, высохли. Ну, тут их много было. Шапка-то упала, товарищи. Что же там еще? Вот еще у нас все. Смотрите, прям здесь у меня клад какой-то сморчковый. Вон там еще сейчас найду. Еще. Ну это не шапочки сморчковые. Дорога муравьев. Эти вот божья коровка, они ее вот не трогают. Вот посмотрите, прям в песке растут. Это, конечно, что-то с чем-то. Вон, посмотрите, сколько их тут. Песчаные. Посмотрите, какая красота у нас тут недалеко. Грубо говоря, за домом все это растет. Просто сказка какая-то белоснежная. Весна пришла, шмели проснулись. Таким дойдешь пока, покалечишься. Ну, тем дальним, не знаю, полезу, не полезу. Вдалеке стоит там товарищ. Травка молодая, зелененькая. Очередные песочные грибочки. Ох, как будет сложно, наверное, их от песка отмыть.
Просто здесь мега заход был какой-то у меня. Смотрите, здесь какой-то кустарник мелкий растет. Да, и вот поваленные деревья старенькие. Ну, относительно густая трава. Много в песке вот именно и попадается. Песок как бы для них какая-то польза. Вот посмотрите, у меня уже сколько в корзине моей. Нормально, сейчас буду заканчивать уже. Такой интересный для меня новый вид сбора грибов. Я буду заканчивать. Вот, погулял часик, мне вполне вот хватает. И вот на фоне, видите, вон стоят вон товарищи. Вот они. Вот там они стоят. Сейчас я их буду добирать и уже домой. Вот такой небольшой вот у меня ролик получился про сбор сморчковой шапочки в апреле месяце. Вот в таких условиях он у нас растет в Калининградской области. Поэтому, ну, как говорится, как минимум лайк поставьте, пожалуйста. Всем добра, друзья. Все, пока-пока.